Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardress at Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сменить рингтон на вашем смартфоне Huawei Honor Play 7. Для начала мы переходим в настройки, затем заходим во вкладку «Звук», и здесь видим мелодия вызова для первой сим-карты, а также для второй. Давайте выберем для первой, разрешаем. И видим, что у нас здесь есть мелодии вызова, такие вот по умолчанию, да, стандартная библиотека. Но также видим, что у нас есть здесь музыка в память. То есть здесь у нас будут все наши песни, которые мы сохраняем к себе на устройство. Давайте выберем какую-то стандартную из стандартных, да, мелодию вызова. Давайте включим звук. Выбираем, нажимаем справа сверху на галочку и можем заметить, что мелодия вызова была успешно изменена. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!